Всем привет! Я получила большой заказ компании «Сибирское здоровье». Давайте будем разбирать вот целый огромный пакет. Что здесь заказано? Это иммунобокс, бокс для иммунитета. В составе цинк, витамин С, эхиноцея. Этот комплекс, он рассчитан на один месяц. Здесь очень удобный прием. Все витаминки в капсулах вот в таком пакетике. Здесь 30 таких пакетиков можно брать с собой. Ну и удобно вообще, удобно то, что он уже составлен так, как нужно. И не надо ничего отдельно докупать. Дальше. Что здесь? Омега-3. Это полинасыщенные, незаменимые жирные кислоты. Очень хорошо тем, у кого повышен холестерин, плохой холестерин. Он заживляет прям те места, где этот холестерин был и расщепился. Вот, омега, она вообще незаменимая. Она и для тех, кто держит диету, как источник омега-3. Детям тоже обязательно хотя бы пропивать весна-осень, особенно тем, кто школьники. Еще. Пик – это инулиновый концентрат. Хорошо снижает сахар и очень хорошо тем, у кого сахарный диабет второго типа. Вот, очень помогает. Ну и вообще можно его пить как источник инулина. Еще. Что вам показать? А еще, кстати, я приготовила ложку. В конце распаковки вы узнаете, зачем она мне пригодится. Здесь еще в заказе крем для лица обновляющий с коэнзимом Q10, витамином Е. Клиент берут, очень нравится. И вот уже второй тюбик она заказывает, девочка у меня. Это тоник матирующий и крем для проблемной кожи берут подростки. Убирает шелушение, прыщики и приводит кожу на лице вообще в идеальное состояние. Вот девочка у меня взяла месяца 3 назад. У нее закончилось, она вот повторно берет, потому что видит эффект, ей все нравится. А, кстати, могу еще сказать, здесь у нас что? Биодоступная сера, пребиотики, экстракт магнолии. И он еще на основе дикоросов трав, ну, трав, растущих в дикой среде. И тоник такой же, с алоэ вера, гидролат шалфея, тимьян. И также комплекс трав дикоросов в составе. Кремушек для рук взяла себе, обновляющий крем для рук с кедровым маслом. У нас зима, руки обветривает, у кого-то даже холодовая аллергия. Вот нам без крема вообще никак не обойтись. Сейчас я его открою, покажу, что здесь у нас за крем. Вот такая вот у него консистенция. И посмотрим, как он впитывается по запаху. Нейтральный такой, травянистый. Ну, приятный запах. Не бьет в нос очень сильно. Крем не жидкий. Он такой плотный. Немножко жирноват, потому что он с маслами. Кстати, он без тех масел, которые не впитываются. Что-то есть, вы сами знаете, что есть крема для рук, которые наносишь. Они создают пленку, и кожа не дышит. И за счет этого она еще больше становится сухой. Здесь крем, он впитывается полностью, не создает пленку на руках. И за счет этого, того, что он впитался, да, и полностью проник в глубокие слои кожи, кожа, конечно, состояние у нее лучше становится. Моментально. Все, она прям посветлела, увлажнилась. Ни блеска, ничего нет. Матовая кожа. Даже поры закрылись. Даже здесь. Крем хороший. Пахнет приятно. Очень даже. Ну, все, он полностью впитался. Вот такой тюбик сейчас по акции. Здесь что? Пептид зеленого горошка, кедровое масло, клюква, масло миндаля, витамин Е и масло лаванды. То есть он на маслах, он впитывается очень хорошо, быстро, приятно пахнет. Такой. Очень даже. Без химических добавок.
Еще девочки заказали ампульный концентрат лифтинг и упругость. Он дает видимый эффект лифтинга в течение часа после нанесения. Можно под крем, можно как самостоятельно использовать. К нему пипеточку открывать не буду, потому что это заказ. Ну, вообще очень много заказывают его. Еще крем вокруг глаз с растительными пептидами для упругости кожи. Вот. Тоже хороший крем. Очень много его также заказывают. К тому же с пептидами. Ну, цена в районе 500 рублей, по-моему. И тут объем такой же 15-20 мл. Стандартный, как и везде. 15 мл. Вот. Наносите немного средства 2 раза в день на область кожи вокруг глаз массажными движениями. После открытия срок годности 6 месяцев. Тоже заказ клиентки. Так, еще здесь немножко. Немножко осталось. Две баночки глюкозамина и хондроитин. Поддержка наших суставов. Для тех, у кого уже начинаются с ними проблемы, и для тех, кто занимается спортом, незаменимая вещь. Вот, маме прописали, и клиентка у меня спортсменка тоже берет. Совсем скоро будем использовать нашу ложечку. Так, здесь у меня витамины с кальцием. Есть просто кальций органический, есть витамины с кальцием. Витамины с кальцием содержат, помимо кальция, витамин А, все группы витамина В, витамин С, витамин Д, витамин Е, витамин H, витамин К и витамин ПП. Очень хороший комплекс. Цена тоже порадует, там рублей, по-моему, 300 с чем-то. 60 капсул, 2 капсулы в день пить 1 месяц для поддержания костной системы. Здесь барага и амарант. Это комплекс от аллергии. Очень хорошо деткам, у кого аллергия на пыль. Ну и вообще при всех видах аллергии, особенно весной, у кого аллергия на цветение, пропиваем месяц-два, и аллергия практически отступает. Кстати, вот этот барага и амарант очень хорошо пить с пик, вот с этим инулином. И к нему еще хорошо бы взять бактерии для кишечника полезные. Тогда будет вообще эффект идеальный. Аллергия сойдет практически на нет. И 4 баночки, 4 коробочки. Это вообще, об этом можно рассказывать, по-моему, вечно. Так, 3 из них. Это для нашего спокойствия. Магний, глицин и мелатонин. Мелатонин для сна, глицин для мозга, магний для нашей нервной системы. Вот, пьем, успокаиваемся, приводим сон в порядок и высыпаемся. Вот такой витамин С и рутин я взяла себе в подарок за то, что я часто делаю заказы и много. А здесь очень хорошая дозировка витамина С в 2 капсулах 500 мг. А, вот, взяла мужу поддержать иммунитет. Ну и рутин тоже полезный. Так, витамин С в форме аскорбата натрия не раздражает слизистую желудка и проявляет максимальную биологическую активность благодаря синергии с биофлавоноидом рутином. Вот, хороший комплекс. Так, так, рутин, да. И больше ничего нет. Витамин С и рутин. Так. А теперь момент X. Медовая паста с душицей, чабрецом для укрепления иммунитета. Это детям. Такая вот она баночка. Сейчас откроем. 200 грамм. Состав. Мед, яблочный сок, вишневый сок, плоды шиповника, боярышник, чабрец, душица, смородина. А, сок черной моркови, не смородина. Так, принимайте 1-2 чайные ложки 1-2 раза в день. Ну, думаю, по чайной ложке ребенку на месяц должно хватить. Даш, ты будешь пробовать? Нет. Такой вот он жиденький. Я думаю, можно в чай, можно самостоятельно его. По ложечке в день с водичкой. Он кисленький. Чувствуется очень сильно вишня. Кисленькая вишня. На вкус меда как будто нет.